Ну что, друзья, мы приехали в Дамла Панорама отель в Самсуне переночевать, трехзвездочный отель. Хочу показать номер, как выглядит, что в нем есть, чего в нем нет. Итак, погнали. Здесь есть телевизор, как видно, кровать двухспальная большая. Телефон, можно звонить на ресепшн, выключатели прямо возле кровати, тумбочки. Шкаф небольшой, зеркальный, можно вешать вещи. Также есть тапочки, как я вижу, и губка для ухода для обуви. Дополнительное одеяло, чай, кофе. Еще что? А, здесь вот холодильник, вода есть в холодильнике, две штуки. Так, здесь обычный шкаф. А окно, оно, балкона нет. Окно море, оно примерно там. Сейчас это отражается, потому что мы приехали ночью. Утром у нас будет завтрак. Завтрак начинается с 7 утра. Кстати, здесь я вижу батарея отопления есть. Завтрак с 7 утра на 7 этаже на террасе. Завтра снимем, покажем, как он выглядит. Дальше. Стол, Нина, кондиционер наверху. Карточка вот вставляется здесь, все управляется карточкой, ну, как в многих гостиницах. Три звезды, я говорю, да, что это три звезды. Дальше у нас ванная комната, есть фен, есть телефон, если вдруг кому-то плохо становится. Выломана немножко розетка. Дальше здесь есть полотенце, два для ног, для рук одно полотенце. Туалетная бумага, дополнительная туалетная бумага, в углу стоит унитаз. Дальше есть мусорка, душ. Вот. Здесь вот, видимо, было окно в душ. Окно замуровано, ну, сделано темным. Здесь вот дополнительная подсветка, не знаю для чего. А, здесь нужно устанавливать всякие шампуни, мыло, все остальное. Лейка, душ, есть тропический душ, не знаю, работает он. Нет, и есть вот вытяжка, она тоже работает, немножко грязновато. Сама вытяжка, провода немного торчат. Ну, все-таки три звезды, как бы для трех звезд, я считаю, вполне нормальная гостиница. Намного. Да, а, есть только мыло, есть да? Есть только мыло, а, ну, есть только мыло. Да. А, нет, подожди, ты еще не показала, ты что? А, важно. Да, так, то есть, есть кондиционер. Да, есть кондиционер и шампунь. Вот шампунь и гель для душа, да, нормально, отлично, все есть, да. Ну, это ничего страшного. Фен есть. Для трех звезд это нормальная гостиница, я считаю. Отлично, там красиво. Да, потому что мы были вот в 4 звезды, если вы помните, в Измире. Она была, мне кажется, похуже даже. Да? Похуже. Вот, мы не сильно избалованы, мы всегда указываем именно какие-то моменты, которые они действительно присутствуют. Там красивый холл. Красивый, да, красивый холл. Коридор, холл я снял. Открой, пожалуйста, дверь, я покажу коридор уже на всякий случай. Вот он, коридор. Тут коридор, вот, так, вот, проходит, да, с картинами здесь у нас есть. И там вот лифт. Не будем никого будить. Телевизор. Вот. Ну, телевизор я уже показывал, да. Все, вот здесь вот расписание, когда завтрак с 7.30 до 10 утра. Телек здесь, посмотри, пожалуйста. Ресторан тоже работает, тоже на 7 этаже с 7 утра до 8 вечера сам по себе. Интернет показан, ресторан, телефон. Ну, позвонить можно, ресепшн. Ну, то есть тут, в принципе, все указано. Это телевизор, который спрятан за зеркалом. Вот, работает. Все отлично. Ну ладно, все. Я думаю. А, вот пуфик есть. Я думаю, я рассказал все. Есть даже пожаротушение. Если вдруг случится пожар, кондиционер я показывал, что сразу у вас обольет водой и все будет хорошо. Так что не курите. Вот.
Так что всем спокойной ночи. Мы пошли спать, располагаться. Завтра у нас продолжение дороги в Трабзон. Всем пока. Также здесь есть летняя веранда. Сейчас, правда, моросит дождик. Внизу разные бухты, рыбацкие лодки, рыбацкие траулеры. Очень много барж на приколе стоит. На каждом этаже есть свой орнамент. Картин. Это холл, мы снимали его ночью, а теперь он есть и днем. Тут вот ресепшн, я есть конференц-зал даже тут отдельный. Вчера я его не заметил. И вот здесь вот вход или выход, кому как. И вот там вот море вдалеке, если видно. Сегодня пасмурно. А вот Нина сидит. А вот наши вещи. Мы выезжаем. Мы продолжаем. Где? А, да, здесь вот показано, кто останавливался. Это довольные клиенты и, наверное, очень популярные люди. Я их всех не знаю, но, наверное, они там реально популярные, но мы не знаем, кто это. Вот здесь есть еще библиотека, полки с книжками. Их не так много, но они есть. И здесь еще можно обувь почистить. Ну или почилить в креслах с видом на террасу. Окей, мы двинулись. А вот, собственно, и вход гостиницы. И вот она так вот выглядит снаружи. Здесь, видимо, есть трансферы в гостинице. Дорога. Гостиница находится на склоне горы. И Нина стоит, вещи держит. Вот маленькая терраска, тоже летняя веранда. Ой, мы погнали.